Уинстон. Что случилось, Мэй? Ну, как-то мало нас для такого задания. Но мы же будем вместе. Это главное. Если хотите вернуться, сейчас самое время. Внимание, говорит командир корабля. Приготовьтесь к посадке в Париже. Наш выход. Можете включить электронные устройства. Погода облачная. Ожидаются осадки в виде бойцов нуль сектора. Уинстон, ты пойдешь первым, а мы сразу за тобой. Обещаете? Зачем им нападать сейчас? Не знаю, Мэй. Но жители этого города в беде. И вся надежда только на нас. Бонжур, офицер! Мы вам поможем! C'était un singe? Молодец, Мэй! Ага! Не зевай! Веди гражданских на корабль! Хорошо! Оставаться. Трейсер, уводи всех отсюда. Я прикрою вас. Но ты же сказал, будем вместе. Идите, а я сразу за вами. Молот пошел!
Нет, Уинстон! Эхо! Давай вернем тебя в строй. Цепи щиты! А с этим мы что будем делать? Мэй, твой рюкзак! Да, точно! Трейсер, бомбу! Держи! Становится жарко! Готово! Вперед! Да! Победа за нами, друзья! Эй, Лена! Бригитта? О, как же ты вымахала! О, знакомьтесь, это Мэй. Всем привет. Град знакомству. Райнхард. Добро пожаловать, Мэй. Спасибо. Месье, так значит, Овервотч вернулся? Да, мы вернулись.